стенах наши тени. До остановки Белорусский вокзал. Следующая остановка бульвар Яна Райниса, дом 32. Приятной поездки. Не знаю, то есть нервы. Яна Райниса, дом 32. Следующая остановка – бульвар Яна Райниса, дом 31. Во время поездки держитесь за поручни. Ага,
Я
метро Сходницкая. Проезд.
Следующая остановка – улица Фабрициуса. Улица Фабрициуса. Следующая остановка – культурный центр «Сталин». Следующая остановка – улица Мещерякова.
улицами Щерякова. Следующая остановка – улица Циолковского. Во время поездки держитесь за поручни. Следующая остановка – Тушинская улица. Следующая остановка – больница РЖД.
Откройте задние двери. Следующая остановка – Пехотная улица. Пересадка на Московское центральное кольцо. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Следующая остановка – улица Панфилова. Во время поездки держитесь за поручни. Следующая остановка – пищевой институт. Пищевой институт. Следующая остановка – гидропроект.
Гидропроект. Следующая остановка – метро «Сокол». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Метро «Сокол». Следующая остановка – площадь Марии Росковой. Пожалуйста, при входе приложите свой билет и заберите на официальную карту к навигатору. Убедитесь, что на навигаторе загорится зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Площадь Марины Росковой. Следующая остановка – улица Лизы Чайкиной. Во время поездки держитесь за поручни. Лизы Чайкиной.
Третье. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Следующая остановка – улица Серегина. Следующая остановка – Путевой дворец.
гостевой дворец. Следующая остановка – метро «Динамо». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Метро «Динамо». Следующая остановка – метро «Динамо», южный вестибюль. Во время поездки держитесь за поручни. «Динамо», южный вестибюль. Следующая остановка – отель «Советский театр «Ромен». Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Советский театр «Ромен». Вот это общение, да. Следующая остановка – улица Правды.
Следующая остановка МЦД Белорусская. Пересадка на первый диаметр. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю. Следующая остановка – Белорусский вокзал. Выход к метро «Белорусская». Пересадка на первый диаметр. Конечная. Белорусский вокзал. Выход к метро «Белорусская». Конечная. Пересадка на первый диаметр. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Всего вам доброго. Приехали на Белорусский вокзал. Здесь какие-то голуби. И всем пока-пока.